Только что я попробовал под руководством Яна выполнить комплекс эволюционного цигуна мощи «Бессмертный дракон». Что я могу сказать? Комплекс, безусловно, сложный. В нем есть сила, в нем есть знание, которое позволяет настроить три основные компонента человеческого существа. Это тело, дух и разум. Тело в процессе выполнения комплекса используется как единая биомеханическая конструкция. Работают все суставы слаженно, одновременно и гармонично. Каждое движение синхронизируется с ритмом дыхания, что позволяет настроить дух. Но и потрясающая идеация, визуализация, используемая в комплексе, мой разум настроила на позитивный, оптимистичный, мощный тон.